Сегодня мы представляем продукт 5 в 1 Унимо. Кровать, колыбель, шезлонг, качалка и стульчик. Давайте посмотрим, что мы здесь нашли. Каркас с обшивкой, дуга с игрушками, москитная сетка, капюшон, инструкция и гарантия. Вы уже видите, что сборка будет удовольствием, потому что изделие практически уже сложено. Как мы его разложим? Берем за кнопку на верхней трубке и поднимаем все изделие. Теперь еще нижний замок. Тянем к себе, пока не услышим щелчок. Также есть боковой замок для безопасности. Теперь я покажу, как подготовить Унимо к использованию функции номер 1 кроватки. Опускаем сиденье, отгибая кнопку на раме. Теперь мы установим капюшон, защиту от солнечного света и искусственного освещения. Всовываем его, пока не услышим щелчок. Застегиваем молнию и липучку. То же самое делаем с другой стороны. Натягиваем сзади. И раскладываем. Удобный аксессуар – москитная сетка. Прикрепляем ее к капюшону кнопками и натягиваем. Собираем дугу с игрушками одним щелчком. Вставляем ее здесь. При использовании Унимо в качестве кроватки-колыбели расстегиваем ремни безопасности и прячем их в обивку, чтобы они не беспокоили ребенка. Вот так выглядит готовая детская кроватка. Теперь мы превратим ее в колыбель за несколько секунд. Нажимаем кнопку и отгибаем ножки. И качаемся. Обивку можно постирать. Теперь я покажу, как ее снять. Отстегиваем кнопки и молнии. То же самое делаем с другой стороны. Чехол снимаем с одной трубки. Затем нажмите кнопку на боковой стороне рамы. Вытягиваем трубку каркаса и снимаем с нее отдельную часть обивки. Отстегиваем липучку с задней стороны и высовываем укрепление дна. Есть три укрепляющих элемента. Теперь можно постирать чехол. Чтобы кроватку собрать снова, все шаги следует выполнять в обратном порядке. Когда ребенок подрастет, детскую кроватку легко превратить в качалку и стульчик. Как? Внимание! Расстегиваем молнии по бокам. Ремни, спрятанные под обивкой, протягиваем и застегиваем следующим образом. Протягиваем каждый ремень через внутреннюю и внешнюю петли. Делаем то же самое с другой стороны. Центральный ремень натягиваем сюда и пристегиваем. Верхние и нижние ремни застегиваем за спинкой. В промежуточном положении мы устанавливаем шезлонг. После изменения положения полозьев – качалка. В самом вертикальном положении качалка превращается в стульчик для самых старших детей. Но это еще впереди. Благодаря легкому складыванию и небольшим размерам, Унимо легко хранить и путешествовать с ним. Со всеми 5 вещами. С кроваткой, колыбельной, шезлонгом, качалкой и стульчиком в одном.